И последнее. Россияне вошли в пятерку самых активных покупателей в интернете, сообщает агентство PayPal. Причем довольно часто наши соотечественники приобретают товары через сеть за границей. Чаще всего россияне приобретают одежду, обувь и аксессуары. Товарооборот в этой сфере превышает 12,5 миллиардов долларов. Товары для красоты и здоровья на второй позиции – свыше 7,5 миллиардов. Гаджеты и компьютерное оборудование делят третью строчку – по 6 миллиардов. Ювелирные украшения, драгоценные камни и часы отстают, но не намного – 5,8 миллиардов долларов. Бытовая техника и электроника на пятой позиции – 5,4 миллиарда долларов. Как показывают результаты исследования, интернет-покупки у иностранных продавцов люди совершают чаще всего для того, чтобы сэкономить и приобрести то, что недоступно на местном рынке.